Последнее письмо. Последняя информация. Что писал в письме последнее? Ну, в последнем письме он, конечно, у него память хорошая и знания. Знания отличные. Он писал письмо в письме. Это стихотворение Фета. Стихотворение Фета. И в конце, как обычно, все письма последние писал на белорусской мове. И чтобы я не переживала за него, у него все хорошо. А накануне он написал, что когда приедешь в передачу, привезешь, что ему привезти, там, что много не привози, обязательно книги привези. Какие там он, это потом сказал, определимся, какие книги еще русско. Английский словарь он просил, чтобы английский не забыть. И зубную щетку не надо, а нужно, что пасту зубную он очень просил привезти. Ну, говорит, вообще книги мне, побольше книг, если дадут возможность, побольше книг мне привезти. Что как каждая мать, она надеется на все, на что можно надеяться, что детенок жив, что ну, это просто может быть какая-то ошибка, может быть, они неправду сказали. Я, в общем-то, верю в то, что может быть и неправду сказали, что мой сын должен жить. Ну, а дальнейшее, конечно, я буду писать по всей инстанции. Во все инстанции, которые только можно писать и поставить в известность, что буду просить, чтобы выдали, если это так на самом деле, что его нет, чтобы выдали тело моего сына. Тогда только я могу поверить в то, что это на самом деле произошло. А иначе у меня веры никакой нет. Никому, к тем, которые мне об этом могут сказать. Тема смертного покарания у Беларуси, она по-нейшему находится под вельми серьезной завесой секретности. И такие достатково яскравый приклад этому есть ситуация с Павлом Сулюном и с ягоной семьей. Достаточно давно, уже больше за 20 дзён, прошла информация в сродках массовой информации об том, что Павел Сулюн расстрелян. Але при гэтым ягоныя сваякі, прынамсі ягоная маці, да сих пор не атрымала ніякіх афіцыйных дакументаў і сведчанняў аб гэтым. Ужо даўным-даўно камітэтам ООН па правах чалавека было прызнана, што сама працэдура выканання смяротнага прысуда і ўвогуле сама працэдура смяротнага пакарання ў нашай краіне, яна з'яўляецца бесчалавечным абыходжаннем са сваякамі. Мне падаецца, што вось гэта сітуацыя з Павлам Сулюном і з ягонай маці, гэта яскравы прыклад і яскравае пацверджанне гэтаму. Хацелася бы сказаць яшчэ аб тым, што Павел Сулюн быў расстраляны не гледзячы на тое, што ад яго імя быў пададзены зварот у камітэта ООН па правах чалавека. Были выключены процедуры, предугледжанные 92-ми правилами, и згодно гэтых процедур Беларусь не имела права проводить выканання смяротны прысуд, такое покарання, пакуль не будзе разгледжаны зварот Павла Сулюна па сутнасці. Але, на жаль, сёння суддзя Верховнага суда Куленковіч, які, в принципе, і разглядаў касацыйны зварот, касацыйную скаргу Павла Сулюна, фактично подтвердил его на мать и сказал тем, что присуд проведен на канал. Будете ли продолжать обращаться в международные структуры? Знаете, я обязана просто, я не просто буду или нет, я обязана обращаться, я обязана из-за своего сына,
и за тех, которые до моего сына были, и которые еще, видимо, если мы не прекратим это все, то и будут, потому что мы живем пока в стране, где существует все-таки угроза этого слова, как смерть, смертная казнь. И я буду обращаться, я буду писать везде, где можно, где нужно, и где мне могут ответить, где могут поддержать тех, которые ведут борьбу против того, чтобы у нас была смертная казнь. В письмах он стал говорить о том, что это я недостоин там многого того, что вот обо мне там переживают, обо мне пишут, что то, что я сделал, это ужасно. Я считаю, что люди, может быть, многие не понимают того, что я сделал, ну, что сделано, и свое имя он писал с маленькой буквы даже на конверте, что знак того, что вот он осознал все и что понимает, что произошло. Я, в общем-то, знала, что у нас есть такое. Ну, когда, конечно, я всегда была против того, чтобы человек не сделал таким образом, его уничтожали, но, знаете, так близко меня это не касалось. Я сострадала тем людям, которые с этим столкнулись, но так, что близко, конечно. Я думаю, что каждый вам скажет, человек, о том, что пока он через сердце не перенесет это, ну, он может сострадать. Уважающий себя человек понимает, что этого не должно быть. Мне на протяжении всего времени приходили письма с Европы со словами поддержки. Люди возмущаются тому, что творится у нас, и поддерживали моего сына, поддерживали меня. Вот. Люди совершенно незнакомые, совершенно не знающие, но они читали об этой ситуации, они знают ситуацию, прослеживают ситуацию в Белоруссии. И поэтому, ну, знаете, это надо принести через сердце, чтобы понять, насколько это сложно.